Привет, красотка, сегодня очень классный день, очень веселый. Я надеюсь, я опять не закрываю эту фигню, динамик. Сегодня у нас девичник. Вся движуха, конечно, начинается вечером, сейчас еще утро. Я уже завелась. Сегодня даже пойду к визажисту. И какой же у нас план девичника? Я беру своих девочек. Кто-то приехал из Питера ради этого дня, кто-то приехал из Нижнего Тагила. Я сняла нам люкс номер в отеле. Там у нас будет фотосессия от фотографа с шариками в пижамках. Типа у нас пижамная вечеринка. Там же мы будем болтать, беситься, общаться. А потом, собственно, в этом же отеле, но внизу на первом этаже, у нас будет сауна и бассейн, и караоке. В общем, там все в одном. Туда я заказываю основную еду. И там мы будем продолжать наше веселье. Более того, я фотографа заказала один час еще и туда. Я не знаю, что за фотографии получится из бассейна. Так что день, вечер, ночь обещает быть жарким. Ми. Да. Так что я вас беру снова с собой. Сейчас еще нужно сходить в магазин за шампанским как раз таки, за фруктами. Браво, Джуниор. Безалкогольный напиток. Все по-серьезному. Deep end, we're alive, living life underwater. Let's spend all we've got getting buzzed. You pretend you're a god, I believe I'm a soldier. We play hide and seek till you draw. Что могу сказать? Я в восторге. Я настолько редко хожу к визажистам, что мне кажется, это надо исправлять. Я все равно делаю что-то примерно постоянно одно и то, с разными вариациями, но плюс-минус я вижу себя всегда одинаково. А когда ты отдаешься в руки профессионалу, это совершенно другие эмоции. Мы ждем такси, машина подъезжает, и совсем скоро будет начало. Ну все, наша туса начинается. Я вышла из дома, попрощалась со своим мужем и ушла в свободное плавание. Здравствуйте. Мог, все в порядке. Моя сестра, привет. Знаете, как мы сейчас стоим? Очень, это опасно. Очень много шариков. Налево. Куда? Налево. На себя пул, а, себя пул и тянет вперед, вперед, вперед. Потом это вставишь хоть куда-нибудь, чтобы удобно. Конечно, будет отдельное видео. Здрасте. Александра Поснова. Да. Уверена, что это не Женя? Здравствуйте. Нет, это не Женя. У меня волосы зажглись, нужны. Стой. Тихо. Не переживай. У нее автоматическая автозащита. Он точно не сжигает. Все хорошо. У меня тоже так было. Что, мы уже выключили. Выключили сети, выключили везде. Все, он уже... Кто выключал? Я выключила. Это как в том видео, помните, у девочки? Какая-то закономерие. Пахнет вредной пищей. Ой, как будто он уже распирает. Нет. Ну чё? Давай, вот здесь вот, вот так. Твою мать! Как это сделала? Я покажу ванну. Ну давай. Это моя ванна. Почти. Я здесь живу. Можно даже. Моя девочка. Это все зашли, это не фотографии. Можно расходиться. У меня будет фото. Ты так блестишь. Это хайлайт. Ну понятно. А хочешь сказать, это жизнь. Да-да-да. У меня безалкогольное шампанское. И у нас алкогольное. Что это такое? Магниты из Санкт-Петербурга. Ты тебя подарок на свадьбу. Жига! Вот это встреча. Почти готова. Мы бы просто купить лимонад в таком случае. Это только дороже тебе большой. Темный экран.
экран. Да. Как мило. О, вот подождите, смотрите мне вот сюда вот так же. Вот никогда не получается второй раз. Понятно. Jane. And I am 21. I love the kills and all my skills. Hard to get, makes no threat. I push it on.